На месте бывшего завода имени Ухтомского появится общегородской центр. Сейчас многие строения на территории находятся в аварийном состоянии. Однако там расположены автосервисы, хостелы, шиномонтажи, склады, небольшие производственные цеха. По вопросу реконструкции улицы 65-летия Победы в администрации округа прошло совещание, в котором приняли участие представители власти, бизнеса и арендаторы помещений бывшего завода. В последней встрече нашей с вами в январе 2019 года мы все то, о чем говорили, проводим в действие. А именно приводим в соответствие территорию с нормам, правилам, утвержденным в генплане. Эти правила прошли общественное обсуждение, они официально вынесены, размещены во всех средствах массовой информации и были опубликованы. Для сохранения бизнеса арендаторам предложили переезд в новые помещения, но такие предложения коммерсанты рассматривают по-разному. Ведь на месте бывшего завода Ухтомского снимать помещения дешевле. Собственники не вносят в муниципальный бюджет обязательные платежи, тем самым демпингуют. Кроме того, здания на этой территории уже оборудованы. Поэтому сегодня мы пригласили сюда также ряд предпринимателей, у которых такие площади имеются. Это 8 компаний различных. Это те компании, у которых имеются площади. На территории бывшего завода имени Ухтомского построят парки, медицинские учреждения, спортивные и культурные объекты. Кроме того, мы специально в этом году предусмотрели ряд средств, связанных с модернизацией производства, в том числе, которые будут учтены при переезде соответствующих компаний. Под производственные и офисные нужды арендаторам готовы предложить более 20 тысяч квадратных метров площадей со всей необходимой инфраструктурой. Дополнительно власти запланировали финансовые меры поддержки. Александр Колганов, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.